Очередное заседание Совета депутатов прошло в администрации городского округа Люберцы. На повестке дня у народных избранников стояло 5 вопросов. Подробности у Анны Троян. В начале встречи стало известно, что ряды Совета депутатов Люберец покинул народный избранник Андрей Хромов. У нашего соседа Раменского района проходили выборы всех депутатов округа. И Андрей Анатольевич победил на этих выборах от партии ЛДПР. Поэтому он принял решение работать теперь всех депутатов городского округа Раменского. На заседании депутаты утвердили внесенные изменения в правила землепользования и застройки территории Люберецкого округа. Учитывая пожелания жителей, озвученные на публичных слушаниях, был сформирован окончательный проект документа. Изменения, которые позволяют решить основные социально значимые задачи, это на сегодняшний день, вы знаете, реконструкция 59-й школы, также реконструкция 56-й школы учитывается, организация новых спортивных сооружений. Также здесь заложили развитие центрального парка Наташинского, Кореневского карьера. Также народные избранники утвердили генеральный план городского округа. На его общественных обсуждениях, которые состоялись в 22 населенных пунктах Люберец, поступило более 100 предложений от жителей. Основные вопросы были рассмотрены – это улучшение транспортного обслуживания, сохранение рекреационных территорий. Все поступившие предложения рассмотрены на рабочих комиссиях Советов депутатов округа и в МОСОБЛ-архитектуре. Проект генерального плана согласован всеми министерствами и ведомствами Московской области. Кроме того, депутаты утвердили новый порядок увольнения лиц, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления. Анна Троян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.